Друзья, всем привет! Опять я на рыбалке, второй день рыбалки моей. Здесь только моя машина, там машин очень много. Судя по прогнозу, клёво сегодня должен быть отличный клёв. Ну, посмотрим, не обманули ли нас и синоптики, и те, кто составляет прогнозы клёва. Вчера поймал одну щучку одного окуня. Надеюсь, что сегодня рыбалка будет гораздо лучше. Лодку я уже спустил на воду. Поехали. Ну что, друзья, бросал карасика своего воблера и поймал щучку. Ну, правда, не знаю, что, но что-то упирается там. Каких размеров, не знаю, но должно быть нормально, упирается хорошо. Ну, не совсем так, но на уху пойдет. На уху пойдет. Вот такая щучка. Со второго заброса. О, карасик и щучка. Друзья, сделал первый заброс рудрой. И есть щука. Тоже упирается так хорошо, причем первый заброс вот только что поймал на карася, а сейчас рудра, он такого же размера. Такая рыбалка мне нравится. С килограммчик где-то, может чуть меньше, но это мы заберем. Рудра рулит. Ну что, друзья, здесь я обкидал все, сейчас поплыву там, где вчера поймал щучку, и там же попробую половить судачка. Ну что, друзья, приплыл в то место, где я вчера поймал щучку. Пробуем. Поднялся сильный ветер, но я думаю, это не помеха. Комфортно ловить волны. Еще какое-нибудь другое место, где не так сильный ветер, ближе к лесу, наверное, где-то там. Заплыл в такое место в заводе, увидел, здесь плещется рыбка, щучка бьет, но, по-моему, щучка мелкая. Сейчас посмотрим. Может, есть и крупная. Тут хоть такого сильного ветра нет, как там, на русском.
травку цепляет. Стою на русле, бросаю силикончик. Здесь не такой сильный ветер, тут я под деревом спрятался. Но пока тихо. Рыба отказывается вообще брать. Ни окунь, ни щука мелкая, ничего. С чем это связано, непонятно. Хотя по прогнозу сегодня очень хороший клев. Ну, на прогнозы мы не надеемся. Вчера клев был плохой, но я поймал хорошую щучку. Еще не вечер, посмотрим, попробуем. Пока ловим. Ну что, друзья, закончил я рыбалку свою. На часах сейчас 2 часа, начало 3-го. Целый день проплавал, был и в лилиях, и на русле, и в камышах, где только меня не носило. Рыбка отказывается клевать. С утра как поймал 3 щучки. И все, на этом все, рыбалка закончилась. Поэтому я решил собираться. Сейчас вам покажу рыбу свою. Вот, друзья, сейчас я вам покажу свой сегодняшний улов. Вода чистейшая, но видно, чистейшая водичка. Вот мой улов. Вот такие вот 3 щучки. Ну, я считаю, это нормально, потому что у других рыбаков вообще ничего. Плавают целый день и ничего поймать не могут. Поэтому я считаю, что у меня нормальный улов и сегодня, и вчера. Все, друзья, всем, кто смотрел, огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. До новых встреч!